Железногорская спортсменка завоевала бронзовую медаль первенства России по спортивной гимнастике, которая проходила с 1 по 7 апреля в Пензе. Учащаяся школы номер 95 и воспитанница ДЮСШ «Юность» Алена Аркуша еще 2 года назад стала победительницей чемпионата Красноярского края и получила право представить регион на первенстве Сибирского федерального округа, где в марте 2013 года стала абсолютной победительницей. Таким образом, 2 победы уже в текущем году на первенстве Сибирского федерального округа, 2 место в вольной программе и 3-е в многоборье подарили Алене путевку на первенство России. Отметим, защищая спортивную честь Сибирского федерального округа, юная спортсменка добилась на сегодняшний день наивысшего достижения для Железногорской школы гимнастики в постсоветский период.